Всем добрый вечер, мы следим за Mars TV, тут два лиг, это последняя игра на сегодня формата Best of 1, LGD Faraway Young против команды Invictus Gaming. Коротко поговорим о турнирной таблице на данный момент. LGD Faraway Young, одна победа и одно поражение. Коллектив Invictus Gaming, две победы и одно поражение. В общем, пока команда находится на позиции 2 дефис 5, и все еще только на этом турнире у них начинается. У нас есть команда, которая является абсолютным фаворитом, это команда LGD. Но вот по остальным коллективам пока говорить что-либо рано. Будем смотреть за этим матчем, по-прежнему Force Elex, и уже пик в самом разгаре. Титан Цемочка от команды LGD, и IG взяли себе Кунку и Шамана. Мы наконец видим Crystal Maiden в пике, сегодня этого героя на нашей трансляции не было. Да, LGD Forever Young часто играли через Elder Titan и Зевса. Invictus Gaming в курсе про это, поэтому Зевса они банят. Ну а Invictus Gaming сегодня, кстати, уже сами играли комбинации Кунка, Shadow, Шаман на первых играх. Да, слушай, действительно, как-то я уже и забыл. Это как раз-таки тот шаман, который ходил и всю карту убивал, если я все правильно понимаю. Да, он самый, который имел 7-0-2 там или что-то такое на 10-й минуте. Очень круто. Сыграл Ку на Shadow Шамане. Посмотрим, как дальше будет развиваться драфт. Ну, что-то должны LGD под Elder Titan забрать, раз уж они, ну, как бы Цемку взяли на второй пик. Они должны же все-таки предполагать то, что Зевса будут банить. Все уже в курсе про эту комбинацию. Достаточно мощную. Бан Вивера, бан Драгонайта. И вот ждем третий пик от команды Invictus Gaming. Пока пик очень неплох. Вот эти два саппорта крайне агрессивные. Способны вдвоем роумить и чуть ли не любого героя убивать. Ну, ту же Crystal Maiden и Титана уж точно. С помощью своего прокаста из Эзершока, Хекса, связки, Торрента и корабля. Ну и сейчас появится уже какой-то кор. Это Батрайдер. Батрайдер на сложную. Батрайдер для XXS. Батрайдера, кстати, LGD Forever Young сами очень любят. Инфлейм играет на Батрайдере очень хорошо. Он и под Elder Titan, как мне кажется, подходит. Вообще интересно, чем будет заниматься Elder Titan в этой игре, потому что он вроде как должен быть на позиции четвертой, и, возможно, мы увидим, что он будет делать стаки с Спиритом, возвращать его обратно, получать большой урон и скорость перемещений, будет там убивать саппортов команды Invictus Gaming. Забирается еще и Bristol Back. Вот здесь уже другое дело. Bristol Back в комбинации с Crystal Maiden получает мана реген. И есть, кстати, персонаж, которому будет несложно постакать для Bristol Back кемпы. Так что тут мне Bristol Back даже больше нравится. Там на предыдущей карте Clutch Gamers, это они почти победили, но у них в конце концов не получилось этого Bristol Back обыграть, как-то они, ну знаешь, расхлябанно как-то, мне кажется, они играли, в конце концов, там, первые 30 минут они старались, потом какие-то ошибки начали допускать несуразные, в результате оппонент их обыграл. А тут у нас, смотри, снова Bloodseeker появляется. Ну, вот раз это Bloodseeker против Свена. Не знаю, насколько это герой хороший, именно против Свена, который может стоять на месте и просто тебя бить. Ему, в общем-то, ничего не нужно. Особо. Да, снова да, Bloodseeker, пока... снова Bloodseeker плюс Bristol Back, что самое интересное, пик отчасти повторяется. Да, только Свен-то как-то поинтереснее смотрится против Bristol Back и Bloodseeker по сравнению с Faceless Void. Ну, ждем еще персонажа в центр для OP. Тут уже у нас убрали Тинкера и Death Prophet. Хотя LGD Forever Young сами играют через Death Prophet очень часто. Кто у нас остается из популярных героев? Ну, как всегда, Queen of Pain Лина, Пак, Темпларка. Если будет какой-нибудь Пак или Лина, то можно Темпларку взять против. Против Queen of Pain, конечно, не рекомендуется брать Темпларку. Тяжеловато стоять бывает. Ну, ждем выбора от Бобоки. Бобока будет на Кунке играть в этой игре. Куна, Шедоу, Шамань. Забанили Пака. Такой вот выбор. Решили с Паком не играть. Ждем последний бан от команды LGD Faraway Young. Для IG нужен герой также на центр. Даже не знаю, кого героя можно предложить.
Ну, возможно, что-то, что будет очень сильно мешать в перспективе LGD или их мизеру, или вот той комбинации, которая есть в данный момент. OP, в принципе, на всех героях хорошо играет. Ну, Лина всегда хороша, как мне кажется. Вот не знаю, что банить мид, забань Лину. Можно Разора забанить. Если тут либо Бристлбэк, либо Бладсикер, кто-то из них в миде окажется, Разор может ну, дать жару, собственно. Можно даже Свена в мид поставить. Мы видели, как играют... Ликвид. Миракл идет в мид на Свене, и на кэре там Матумбамен берет всяких лундруидов, берет рейзеров, и у Бристлбека просто нет шансов против такого персонажа. Против Свена там еще хоть как-то можно, знаешь, постоять. Это потом по игре не очень удобно Бристлбеком против Свена играть, потому что подрубается ульт в Warcry, и много брони, много дэмэджа, тебя даже спина не спасает. А на стадии лайнинга там еще кое-как можно покривляться, побегать, пофармить, стаки поделать, плюс еще Элдер Титан наверняка поможет. Вот, Invictus Gaming, они могли бы сделать такую рокировку, если бы они не были бы ребятами из Китая, которые весьма консервативны в подобных решениях и ничего такого не исполняют. Банит Devourer и пикается Ember Spirit. Ну, вот, собственно, так и происходит, да, то есть ребята думают, что хотят забрать сами, решили брать Ember Spirit, а кто мешает Ember Spirit, это Devourer. Ну, тут, соответственно, есть чем ответить, либо Лина, либо Queen of Pain, все это будет хорошо смотреться. Шторм Спирит, кстати, как тут может вообще работать? Шторм Спирит. Ну, наверное, как-нибудь да, можно вполне, им играть. Вполне можно им играть. Да, Шторм Спирит тут не будет. Ну, конечно, погибать. Есть Кристал Мейден, есть Фростбайт, вот этот рут очень неприятный. Ну, терпимо, все-таки ЦМ-кой не всегда удается подойти. У Бристлбека контроля нет на Шторм Спирит. У Бладсикера, ну, как правило, тоже. Скажем так, попасть Бладсикером и в Бладрайт, ну, это надо умудриться. Или это надо, чтобы тебя счинил Эмбер, подцепила ЦМ-ка, подлетел там какой-то стан Элдер Титан, и тогда да, ты попадаешь в Бладрайт и умираешь. Но грамотный Шторм Спирит, он в этой игре, мне кажется, должен себя относительно неплохо чувствовать. Но здесь Invictus Gaming забирают Shadow Fiend'а, героя тоже весьма неплохого против Эмбера на центре, нет Клокерка, чтобы пообузить души, но я думаю, что OP не сильно расстраивается, ему Бобок поможет в миде стоять против Эмбера. Уж каким-то образом точно. Либо руны поконтролят, либо поспамят торрентами. Помешает Эмберу. Роумер у LGD это Элдер Титан. И он предположительно с Бристлбеком будет стоять. То есть у Эмбера в миде помощи особо не будет. Разве что от Кристал Мейден и ее ауры. Инфлейм будет на Бристлбеке. Монет на Бладсикере. Ну да, в принципе, как и предполагалось. Ну что, ждем начала игры. Последняя игра на сегодня, завтра будет такой же продолжительный игровой день, начиная с 5 утра по Москве, Киеву и Минску. Завтра, в общем, и решится исход групповой стадии, после этого будем смотреть плей-офф, там уже будет поинтереснее, там уже будут игры на вылет, и игры будут формата BO3. Финал же будет 9 июля в 2 часа по Москве и по Киеву. Но это все будет через 3 дня. Предпоследний такой крупный лан-финал, который освещает студия RoHab. После этого еще у нас Dream League, и в общем на это все. Ну и турниры, которые, в общем, для команд особо значения не имеют. Ну, для команд, которые пошли на International уж точно. Потому что команды свои стратегии и секреты показывать не будут. Ну, что мы видели сегодня по играм некоторым, где странные пики, странные исполнения. OG и Arkwarden, и Мипа использовали. Но вот конкретно на нашем стриме OG себе показали немножко получше. Ну и давайте смотреть. Игра начинается прямо сейчас. Кайф, насмешка просто для курки лучшая. Знаете, насмешки прикупить и просто спамить, как и фразами. Ладно, давайте смотреть. DDC прилетела быстренько, поставил опс. Команда IG не использовали телепортов. Никто из игроков, просто все идут пешком. Возможно, будет попытка выйти на руну. Все-таки имеются неплохие герои. Это и Батрайдер, это и Шаман. Можно там связать, занапалмить и попытаться убить. Ну, какую-нибудь Кристал Мейден, которая ходит с 275 мувспид. Почему бы и нет. Также стоит на топ-руне и Бладсикер. По лайнапам ничего необычного. Свен будет стоять. Хотя, слушай, возможно, Свен будет на топе, так смотрю. Возможно, мы увидим трипло от команды IG. Свен, Шаман и Кунка. Налегко будут стоять один Батрайдер. Ну, поглядим. Выглядит в целом это неплохо. Против дабла и Бладсикера и Кристал Мейдена можно попытаться.
как-то подзадоджить, что ли, Бристлбека решили, ребята, или наоборот, как можно больше проблем монет создать, все-таки ЦМ-ка это не прям такой лайновый саппорт здесь. Ребята монеты выходят, нашли. Видят монет. Ну, тут сейчас будет их эхостомп, очень неплохой, связка будет бесполезна, если зершок, монет получает слишком много урона, фростбайт на Q, Q должен погибать, погибает Q, монет также погибает, размен 1 в 1, за Ахфу гнаться бесполезно, слишком много брони, да еще и ботинок, в итоге Ахфу забирает руну, я бы сказал, ворует у команды IG, как бы это ни звучало забавно, но и ФБ достается именно команде LFY. Делает его Bloodseeker, поэтому неплохо, неплохо, ничего, Bloodseeker прям не потерял. В этом моменте по золоту он оказался в небольшом плюсе. Даже так. Да, это трипла. И к тому же ребята разгадали сейчас план команды Invictus Gaming, смогут соответствующим образом вести себя на этом лайне, то есть не будет для них удивлением, что сейчас со спины какой-то Shadow Shaman подойдет, схватит в Шеклс и сделает фраг, но подходит Ахфу в итоге в топ, и Бристлбек остается один на один на лайне против Бэтрайдера. Тут каждому персонажу нужны стики, как Инфлейму, так и XXS'у, потому что спамить скиллами тут будут очень часто. На центре Shadowfiend против Эмбера. В общем, мы уже сказали, что Shadowfiend может линию неплохо выиграть, как наберет души, но пока душ нет, Эмбер здесь чувствует себя как дома. Очень круто харасят ОП, можно потом еще расщины дать и даже попытаться в будущем убить. На топе продолжает Титан закидывать свой астрал. Ну и Титан здесь вообще мне нравится как персонаж. Фростбайт, Бладрайт, Сайленс на Свене. Изершок в ответ, и Свен выживает. Есть фласка, Бёрнинг вынужден ее использовать. Пока линия для Свена не самая простая. Ну, правда, и Бладсикер также фармит с большим трудом. Ну и нижняя линия — это Батрайдер против Бристлбека. Бристлбек купит стики, Батрайдер купит стики. Здесь просто должны быть стики и того, и другого. И, в общем, должно быть в порядке все и у Батрайдера, и у Бристлбека. Такие два неприятных оффлейнера, которые должны фармить. Да, ОП предоставлен в центре сам себе, точно так же, как и Супер. Но и в таких ситуациях Shadowfiend обычно обыгрывает Эмбера, потому что он потом начинает очень сильно ласт-хитить и отзонивать Эмбера, но пока у Супер есть небольшое преимущество, ну, в смысле небольшое, у него 5 динаев, у СФа только один пока, вот, но, опять-таки, это дело времени. Да, надо немножко ОП пространство взять, там 10 душ, 12, тогда ласт-хитить каждого крипа будет намного проще, но и харасить, разумеется, будет намного приятнее. Супер под флейнгвардом. Нормально, так УПИ пробивает. Если бы не Фарифайр, сейчас бы Супер погиб. Очень своевременно он использовал этот предмет. Было опасно. На топе атака на Бладсикера. Есть Бладрайт. Бёрнингу больно. Идет Бёрнинг до конца. Бёрнинг. Монета должна убить. Монет погибает от рук Бубоки. Бёрнинг отходит назад. Использует последняя танго сейчас. И больше подхила нет. Бубоки больно, но будет здесь он также жить. Бёрнинга имелся стан, но кастовать его не пришлось. 2-1. Проблемы по фарму у Бладсикера. Фарма нет. Возможно, в будущем придется уйти в лес, например. Пока монет ушел вниз и говорит, Бристлбек, давай на топ, а я постою здесь как-то. А то мне на топе стоять как-то не хочется. Да, что-то прям грустно стало монет. Ну, ему тут на самом деле не особо проще-то будет, потому что Бэтрайдер, если настакает масло, то монет не убежит. На центр готовится выход на ОП. Но ОП все это прочитал. Ну все, у нас перетяжка по линиям происходит. Опа, фростбайт, эхостомп, чейны. Очень крутой эффект от Титана. ОП на развороте Shadow Race. Еще один Shadow Race, но сделать нужно один удар. Он делается, и ОП получает убийство. Получает очень много душ еще и в копилку. Еще и какая руна приятная. Ох. Смотри, кстати, на остальных коров команды LGD Forever Young. Они вдвоем бегут на базу. Что Inflame, что Monet остались без здоровья на своих лайнах и вынуждены отступить. Да Бэтрайдер. И по крипстату мы видим, как все. Вот смотри, на линии Бристлбек Бэтрайдер. Бристлбека было 5 крипов добито. Это как вообще так получилось? Ну вот, Бэтрайдер очень сильный персонаж на длинном лайне. Да. У Бристлбека есть возможность... Он еще и стики не купил Бристлбека, так смотрю. Ну, как... кстати, тоже, да, забавный момент. Странно. Решил себе купить тапок. Ну, это правда странно. Дело в том, что Бристлбек на первых уровнях, он очень слаб. И он не может, как бы, ничего противопоставить Бэтрайдеру. Это потом, когда у него уже спина там подкачивается, он может там развернуться, побегать под огнем, и Бэтрайдеру тяжело с ним. Но на первых уровнях Бэтрайдер очень хорошо ласт-хитит. Бэтрайдер может его даже попытаться убить, если вот у него вдруг окажется в какой-то момент там больше там 4 или 5 стаков напалма.
И поэтому у Бристлбека, очевидно, возникали проблемы. Ну, а потом он уже, соответственно, докачаться просто не может, потому что XXS все сильнее и сильнее начинает доминировать на лайне. И вот ребята уже посвапались линиями, приходит Бладсикер 3-го уровня, а у Бутрайдера вот-вот уже 5-й появится. И там, наверное, очередной Firefly. Ну, кстати, может и бочку вкачает для того, чтобы проще было делать фраги. Ну, XXS. Пока будут атака на Бутрайдера. Смотри, здесь Crystal Maiden вместе с Elder Titan будут выходить вниз. Есть Bloodright у Бладсикера. Ну, я не совсем тебя понимаю, как ребята... Ну, вот сбайтить можно, да, вот сейчас подбайтили на Бладсикера, и то у нас XXS, да, есть тики, далеко улетает. Есть напалмы, есть бочка, рядом Бобока, погибает XXS, Бобока пошел бить, там Firefly все еще работает. Стоял Монет и не хотел уходить с этого Firefly, по итогу погиб, еле живой Ахфу, уходит на 180 хп. Ну, размен для команды LFY, ну, скажем, не особо выгодный, все-таки Бладсикер погибает третий раз за игру, не фармит по-прежнему, то ли как Свен фармит, то есть то, что вот Кэрри не фармит, это очень плохо. Crystal Maiden с Elder Титаном тоже по карте бегают как-то хаотично, не могут себе найти применение. И вот получается то, что получается. В итоге такой свап линиями, такая рокировка для Invictus Gaming оказалась весьма полезна. Как мы видим, нападают на Бристлбека, кастуются Варкрай. Надо быть аккуратнее. Отступает. Там спина в 2, справе 2, внизу снова атака на Батрайдера. Firefly есть, но и DDC слишком мало мана остается. Тем более рядом здесь снова находится Кунка. На топе. Атака снова на Бристлбека. Еле живой Ку. Еще и под бафом Бладсикер находится. И Бёрнинг пытается уйти. Есть у него стики. Но все равно Бёрнингу очень больно. Тут, слушай, может быть даблкилл. Кью дает связку. Есть стан. Можно убить, а можно и погибнуть. Раз, два. Ах. Хорошо, это реально было прикольно. Наверное, проще было просто отступить на шрайн, забить на этого Бристлбека. Ну а что он без здоровья, без маны? На Батрайдера, там Firefly работает, Батрайдер пытается улететь, за ним погоня до конца, и бочку дать Батрайдер не успел. Погибает и оффлейнер команды Invictus Gaming. Бладсикера очень сильно, в итоге он там смог дэмэдж нанести. Шеклс будет ли от Ку? Ку в итоге не успевает Шеклс дать, тут уже кастуется Бладрайд. Ку да, умирает. Слушай, Монет под нереальным бафом, он даже, видимо, не пытался добавить шамана сразу же, чтобы баф иметь и пойти за бабок. И будет контратака Торрент мимо. XXS без Firefly, никак ты не начнешь свою атаку. И LFY внизу очень много сделали грязи. Уже так смотришь. Одно убийство, второе, третье. Нормально, нормально получается. Да, отпустили Shadowfiend'а. Shadowfiend'а отпускают нереально. 49 на 18. ПТ Magic Van. Дальше какой-то Dragonlance мы увидим. Может быть, мы увидим какой-то быстрый блокинбар от OP. На OP готовится выход. Снова DDC и Ахфу. И Shadowfiend в опасности. ПТ у него есть, рандропы есть. Но может быть и не убьют, слушай. Может быть и не успеют убить. Фростбайт, Ремнант, Эхо Стомп. Фростбайта больше нет. Кристалл Нова, OP, ультимейт пытается дать. Успеет ли... Ня. Не успел. А если бы успел, может быть, и убил бы всех, кто его знает. Там уже, да, работает Natural Order, и, ну, в итоге маг-резист не такой сильный у Shadowfiend'а, тут магический прокаст сильный у LGD Forever Young, поэтому у SF'а никаких шансов не возникает. Но обычно вот на такой минуте уже идет вход скан, который используется либо вот сюда, да, для того, чтобы проверить, пытаются ли на тебя как-то саппорты напасть. Вот, и в итоге Invictus Gaming этот скан не использовали, хотя SF мог бы попытаться нечто подобное сделать и спалить этот выход, остаться в живых. По-прежнему Shadowfiend'а первый натворс на карте, пошел пофармить леса, нужно восполнить свои души. А внизу, возможно, будет атака на XXS, DDC и Ахфу в позиции, спалил XXS все, что происходит. И саппорты LFY отходят назад. Приходит Кунка, руна невидимости, плюс ко всему у Бубоки имеется ботл. Какую-то цемку было бы очень круто убить. Герой очень тоненький. На торрент посадить и дальше. Батрайдер уже цемку бы не отпустил. Свен оставляет одного на линии. Бристлбек там подфармил леса. У Бёрнинга скоро будет мом. Что по стакам? Стаков нет вообще. Ну, саппорты очень заняты. Нет времени там эти дела стаки какие-то. Все саппорты заняты на помощь Батрайдера. Бёрнинг дает информацию, что там очень много стаков. Там очень много стаков, так оно и есть. Прийти бы это все зафармить вместе с ультимейтом Свена, который появится вот-вот. Бристлбека оттуда прогнать было бы идеально. Мне кажется, что и ОП тоже не против зафармить эти стаки. Он заходит с фланга,
И начинает рейзами спамить. Нормально, нормально, слушай. Ну, 8 секунд, и он все зафармит. Реально зафармит ведь. Ну, или погибнет. Это, знаешь, зафармит, в скобочках погибнет. Пытается Shadowfiend отсюда уйти. Попытка сделать телепорт. OP. Зафармил, проверяйте. Слишком жадно. Самые остались дорогие крипы. Сатир, Дикокрыл, Медведемоны, Тролль. И сейчас все это Бристлбэк. Под Бладрейджем, возможно, можешь зафармить. Да, вот он Бладрейдж и поехал. Самое это смешное, что Инфлейм бы так это быстро не зафармил. Сюда бы пришел Свен и наверняка со своим ультимейтом бы помог. Там Бубока в миде может умереть, его подсвечивает пассивка Бладсикера, и LGD Forever Young вот прям камбэкают в эту игру. Вначале они очень много проигрывали на лайнах, а сейчас у них прям все совсем хорошо. Небольшое преимущество даже имеют. По фрагам лидируют на 4 убийства и... Вроде как у Эмбера все уже не так плохо по сравнению с SF-ом, и Бристлбэк что-то нафармил, хотя его на боте гоняли. Ну, а Бладсикер там перемещается, ганкает, всячески помогает своей команде. Не стоит без дела на одной из линий, не просто фармит. Бёрнинг пока пофармил лесочек, оставил линию саппортом. Ну, у Бёрнинга все хорошо как раз-таки. Хотя я так смотрю на него на Творц, и что-то где-то он очень далеко. Очень далеко, на удивление, он фармил, но фармил не так хорошо, значит, как мог бы. Стаков ему никто не делал, стаки он не фармил. Сейчас бы они, конечно, очень пригодились бы. За счет Мома, плюс замакшенного Клива и ГДС, можно было попытаться там 2-3 стака зафармить точно. Но потихоньку они делаются, понемногу все-таки будут помогать Свену в этой игре фармить. А Кунка у нас такой полубоевой, Тайтбрингер в 3. Скоро купит себе фейсбут. Тем временем Шаман погибает внизу. Ахфу, видимо, 1-1 просто его убил. Усыпил. Дал эрсплиттер и не простил. Пока Титан в игре очень круто заходят. Мы помним все эти эхостомпы, насколько они были полезны. Того же Shadowfiend убили только с помощью эхостомпа. Титан просто очень... сбивает возможность правильно оценивать тебе дэмэдж. Вот ты смотришь на него, да, у него там армор редакшн сотня и резист редакшн сотня. То есть, ну, это надо, правда, в упор стоять, и чтобы спирит в упор стоял, чтобы все это сопротивление срезать. Но знаешь, когда какая-то хаотичная драка начинается, вот вроде бы стоит Титан, вроде у соперника не так много вещей, не такие сильные нюки, но работает Nature Lorder, туда летит еще какой-нибудь эхостомп, вы все встали в дизейбле, в вас все попадает, и ты не понимаешь просто, как так быстро тебя разрывает. Поэтому Элдер Титана всегда нужно опасаться, тут идет корабль, прилетает Батрайдер в бот в надежде убить Бладсикера, кастуется Рапчер, Бладсикером, но Сикера убили, это не помогает. Никак не зацепить. А Айджи дальше не могут с помощью шамана. 6-10. Shadowfiend по-прежнему фармит. Мы видим, что Бристлбэк уже на второй позиции, учитывая не самое удачное начало. Ну, в общем, все, мы уже это говорили, что Бристлбэк по этапу игры фармит намного круче. Вангвард ПТ. Убить такого Бристлбэка теперь нереально трудно. От Shadowfiend можно ожидать покупки Сильвер Рейджа в этой игре. Он крайне необходим будет. Через этот Silly Rage можно будет выигрывать драки, быстро убивая Бристлбека. Ну а Свен, думаю, будет стандартный тембилд иметь. Выход на Титана, тут ультимейт от Свена, лассо, изершок и ахфу, что? Ну, должен он умирать, плетел стан. Шаман пожалел свою связку, был уверен, что и без нее смогу добить. Оказалось, отчасти зря. Shadowfiend погибает на центре. Задавили в центре, да, убили... OP, кстати, готовится покупать не Dragonlance, не Blacking Bar, а Shadowblade для того, чтобы впоследствии купить Silver Edge и как-то справляться с Бристлбэком, которого тяжело очень убить из-за его пассивки. Подходит в центр, игроки Invictus Gaming будут пытаться защищать Tower. Ну, XSS, видимо, готов на шрайне восполнить свою ману. Бубока может остаться делать еще и стак эншентов в идеале для Свена. Нет? Делайте стак Свену. Ну, Бристлбеку стаки делают, а вот Свену почему-то... Ну, нет, шаманы, Свену... видимо, не успеют. Слишком поздно, да. Ну, странно. Вроде у Кунки было время, он был полностью свободен, но решил уйти. Понятное дело, что за милишника делать стаки эншентов не очень приятно, что должен это делать шаман, но, тем не менее, это как-то такие моменты, которые не достаются Свену там лишние 200 золота в будущем. Тут Бёрнинг еще умудрился прийти, просто ударил голема, взял OP, забрал крипа нагло.
За такое обычно могут шмотки разбивать мидеры, но тут все окей. Знаешь, ты бьешь этого крипа, бьешь его секунда 4, просто подходит человек его и добивает. Ну, это же просто ужасно. Да, приятного в этом, правда, мало. Но кому-то, видимо, важней это золото. Аккуратненько Элдер Титан толкает линию. Вот-вот и купит Йоул. С Йоулом Элдер Титан будет легко попадать своими скиллами. Все-таки без Йоула не так просто. Да, там, отправить Астрал Спирит, попасть с Томпом, а под Йоул там вообще особо даже и париться не нужно. Супер. Враг никуда не денется. Успел супер среагировать, опасно было. Бобока чуть не дал Эксмарк, казалось бы. Эмбер улетает на Т2. Есть травела бота Лаквила. Талант, разумеется, на плюс к урону. Ремнант прокачанный в 2 уже. Вейла у Эмбера нет. Как-то мы видим, что Эмберы в последнее время Вейл просто игнорируют, его не покупают. Берут там себе какие-то молнии, что-то еще. Там тот же Рейдианас выбирают. Вейл появляется уже не в каждой игре, как это было раньше. На центре проблема у Shadow Fiend. Dragon of Souls дать не получается. Crystal Maiden дает отличный ультимейт. И Shadow Fiend, учитывая такой удачный старт, имеет уже 4 смерти, только лишь одно убийство. И по нетворсу мы видим уже, насколько он отстает от Бристлбека. И Эмбер Спирит вплотную к нему, к этому Shadow Fiend'у подошел по золоту. На топе. Ахву готовится в топе давать скиллы. Фортификейшена нет, и Ахву тут лучше не показываться, потому что команда его подсейвить не сможет. Бладсикер покупает Блейдмейл. Хороший очень артефакт против Свена, как мы знаем. Ну а дальше нужно какую-то плотность купить. Там корабль полетел, попадает в Бристлбека. Бристлбека убили. Пятером смогли убить, но возможно мы увидим какую-то контратаку. Тут уже есть Элдер Титан, есть супер. Супер имеется 3 ремнанта в наличии. Ремнант первый пошел, надо до чины. Чины есть, но пока не достает супер этими чинами. Вот он достал, Свена убили. Свен, конечно, имеет стан, но Флэйм Гвард свое дело сделал. Эрсплиттер, телепорта сбить Ахфу не может. Юла пока все еще нет. Да, Бристлбеку здесь худ не помешает. В дальнейшем не помешает и какую-то блокенбар, возможно, купить. Так, конечно, в пятером его разбирают очень быстро. Очень больно было. Crystal Maiden уровень 9, аура в 4, Frostbite прокачан в 3. Как раз для того, чтобы цеплять игроков команды Invictus Gaming. Интересно, что Бёрнинг покупает и Мом, и Саблю. Мы об этом уже с тобой 300 раз говорили, что это не совсем отчасти правильно, потому что надо выбирать. Ну да, это нерентабельно просто. Зачем тебе Сабля, когда есть хорошая скорость атаки? Ты да, так, скажу честно, мы с тобой это редко видим, чтобы так покупали. То есть так и не покупают. Так реально не покупали. За те же квалификации на International мы ни разу такого не видели близко. Да, лучше какой-то Blink купить, или Сенджент Яшу, или Армалет, во всяком случае. Вот Армалет Мом действительно хорошая сборка. Тоже и стойкости дает очень много. Ну, Сабля, конечно, позволяет тебе ману восстанавливать легко, но не знаю, как мне кажется, что лучше уж потерпеть немножечко без маны, чем тратить целый слот и деньги на такой артефакт, который тебе при покупке мома не так много дает. Ну ладно, поглядим. Выход на Батрайдер. Успевает сделать Батрайдера блинкаут. Команда LFY забрала Рошана, а Егис достался Бристлбеку. Теперь два раза убить его будет очень трудно. Но Сабля готова у Свена. Окей, Сабля есть, мом есть. Пусть будет так. Зацепили Свена. Эхо Стомп под Бладрайд. Crystal Maiden ультимейт, шикарная позиция. Как же много урона по Свену. Свен вообще ничего не может сделать, стоит на месте. Дает стан, начинает бить Свен. Свен больно, под рапчером идет. Это была ошибка. Ахфу эхостом дать не успевает. Это 2 в 2. Манет живет, Бладрайд. Бладрайд на себя, сейчас крипов съест, себя восстановит. Немного, восстановил. Восстановил и будет жить. Очень нагло, очень далеко заходили LFY, знали, на что шли, и, в общем-то, получили то, что хотели. Убили Свена в размен на двух саппортов, по-моему, неплохо. Очень даже выгодный размен. Ну да, пожалуй, правда неплохо. Там очень круто сыграл XXS, подвел CM-ку под клиф Бёрнинга. В итоге Бёрнинг смог очень много дэмэджа нанести перед смертью. Если б не Батрайдер, там вообще бы все очень плохо кончилось у Invictus Gaming. Но в целом какой-никакой размен получился. Но с другой стороны, Shadow Fiend в эту драку вроде как не приходил. Он дофармливал Blacking Bar свой. 14 уровень сейчас у SF. На 15-м вкачает наверняка талант на дополнительное здоровье. И продолжает OP фармить, не отвлекаясь от крипов. И не обращая внимания на то, что вообще происходит на карте. Ну как, он внимание-то, конечно, обращает. Но даже если где-то что-то плохо, телепортироваться он не торопится.
Снова мы видим выход от команды Lovefight. Код небольшой, ахфу. Пошел астралом проверять, кто есть где. Ну, мы видим, насколько LFY играет свободно на карте, не боится перемещаться по чужому лесу, так вот подходить. Бристлбэк не боится на Т2. Да, понятное дело, Аегис, но тем не менее, IG пока ответить не могут на это никак. Да, Бэтрайдер, у него скоро лассо откатится, прыгнет, цепанет, форстаф ему везет далеко-далеко. Там Эксмарка, Торрент, Шеклс и все, и ты умираешь. Вот, поэтому, да, действует. Ну, вот он Бэтрайдер пошел, вот он рейв, что по Юлу. Юлу нет, зато есть Эрсплиттер. Эрсплиттер не совсем точный, ни по кому не попадает. Еле живой остается Бладсикер, Бладсикер погибает. Ну и LFI все, наигрались, видимо. Заберут Т2 и можно уходить отсюда. Ну да, Бристлбэк, наверное, нет. Надо было в одиночку просто эту вышку забирать, потому что нападать на него не рентабельно, у него Аегис, его слишком тяжело будет убить. А вот какой-нибудь Бладсикер, который рядом там мелькает перед глазами, его можно утащить и разобрать на органы. И действительно так Invictus Gaming и сделали. Самого слабого поймали. Героя, которого проще всего убить. Там Блейдмейл был активен, но Бёрнингу было особо-то все равно. Он за пару ударов убил Кэрри ЛФА и отошел чуть-чуть подальше. Бристлбэк сейчас купит себе талисманов, Вейжен. Будет у Солар Крест готов. Уровень 15. Таланты на силу и на здоровье у Инфлейма. Инфлейм по-прежнему первая позиция по нетворсу. Свен идет лишь четвертый. Свена, Мом, Сабля. Бёрнинг пытается фармить дальше леса. И Эншенты. Других вариантов пока нет. Нужен, конечно, и Блинк, и Блэкен Бар. Также будет очень полезен. Артефактов нужно Бёрнинга много. Дадут ли столько времени? Вопрос хороший. Зацепили Шамана. Телепорт. Успеет ли его сделать? Нет. Цемочка поставила в этой драке точку. Еще и зацепит Бёрнинга. Бёрнинг здесь один. Получает Юл. Получит Эхо Стомп. Усупили Бёрнинга, Фростбайт на Бёрнинга, Кристал Мейден закидывает Фризенфилд, и DDC делает даблкил в этом моменте, убив Свена и Шидо Шамана. У меня что-то Дота там прям совсем подлагало, я не видел, что произошло, но да, в целом. Ну, LGD ты много не потерял, просто хорошо. Убили Свена всем, чем могли. Хорошо тут, я так смотрю, подрались, действительно забрали Свена. Что у нас по хайграунду? Аигис по-прежнему есть у Инфлейма, Инфлейм заходит на ХГ и прям вероломно атакует вышку, прям под бэкдором показывает всем своим видом, что ему не страшно. И да, вот подходят крипы, потихонечку начинают бить. Потихонечку начинают бить вышку. Игроки да, у нас такой самый быстрый заход на хайграунд за все игры. Обычно карты были долгие, а тут 22 минута, и вроде как уже LFY не скупятся вот так вот зайти на хайграунд, не скупятся на способности. Учитывая, что преимущество у них, в общем-то, минимальное. Там буквально 3000, это вообще не преимущество. На такой минуте Бэтрайдер полетел, врыв на Бристлбэка, Свен использует ультимейт, выбили Аегис секунду, потратили на него все, вообще почти все, что могли, и это, возможно, ошибка. Выходит Бристлбэк, получает хекс, ставится змейки, там Шрайн, Бристлбэка пытаются добить всей команды, Бристлбэк погибает. Слушай, круто, круто получилось, просто все, все, что могли, все использовали на Бристлбэка, все ультимейты, все пять. Why not? Ну, когда единственный персонаж представляет угрозу, действительно, можно на него все потратить. Некому было из LGD Forever Young помочь Inflame, поэтому так и получилось. Но вышечку погрызли, осталось у Тавера 400 с лишним единиц здоровья. За следующий заход с Рошаном можно будет спушить. К тому же, тогда наверняка появится Аганим у Бладсикера, да и Бристлбэк уже обзаведется алебардой. Сейчас Invictus Gaming главное не раскисать и как следует подфармить перед появлением следующего Рошана, потому что он будет невероятно важен. Если LFY получат в свое распоряжение Сыра и Эги, скорее всего, они будут доминировать следующие 5 минут как минимум, а вполне вероятно, что и на хайграунд даже зайдут. Так что отдавать второго Рошана ни в коем случае нельзя. 12-17, Shadow Fiend купил себе Black and Bar, дальше будет Silly Rage, с ним будет намного проще. Бобока опасно играет, несмотря на X-Mark, супер все видел, ремнант и улетает назад. Очень четко делает, все супер, а вот Бобока ошибся. На X-Mark'е так вот фармить не стоит. Там и Юл имеется, ну и вот такой вот проворный Ember Spirit с Blink Dagger'ом. Используется смоук, будет атака на топа, УП нужно уходить прямо сейчас. Если даст и у ребят есть даст, все в порядке. Поэтому сейчас смоук будет развеян и уже УП не отпустят. Ну, либо блокенбар и паут, варианта два. Давайте смотреть. Супер, смоук развеян. Тиммейты оказались далековато, немного в другой позиции. Брейв. Вот так вот решили драться. Реквием оф Соулс на Эмбер Спирит, Эмбер Спирит. Фисты пытаются уйти. Эмбер успевает уйти на ремнанте. Телепорт Топи. Упи уйдет, а вот Бэтрайдер нет. Рисковали и
риск оказался неоправдан. Эмбер выжила где-то на 220 хп. Ну, задумка была интересная. Затащить через лассо прямо на СФ, чтобы тот ультанул и нанес фатальный дэмэдж, но... Флеймгвард, друзья, дает очень много сопротивления магическому урону. 500 единиц дэмэджа он просто поглощает, и Эмбер Спирит в итоге выживает. Подцепил он еще, кстати, и Шедо Шамана, подходит с Венсом и улит. Слушай, ну неплохо, не неплохо. Времени. Можно убить Эмбер Спирит. Эмбер Спирит погибает, хорошие змейки под связку, под хекс. И смогли убить Эмбера, получает Свен вместе с Шаманом очень много денег. Там каждому по 426 дала. Нормальная такая прибавка. И продолжает Бёрнинг фармить дальше. У Бёрнинга уже почти есть деньги на Блэкенбар. Если это, конечно, будет Блэкенбар, а не что-то другое. Ну, Блэкенбар вполне очевиден. И необходим. Таланты на силу и на статы для Свена. Бладсикер берет себе небольшой увеличение урона к Бладрайту. Плюс 75. Аганим уже к манату летит. Что ж, прекрасно, теперь Свену будет очень тяжело. Если первый рапчер попадет в кого-нибудь из игроков Invictus Gaming, а не в Свена, то во второй должен Манет постараться скастить именно в кэрри IG. Чтобы Свен не мог спокойно перемещаться по полю боя и наносить дэмэдж, конечно же. Элдер Титан скоро будет с алебардой. Не очень хорошая новость для Свена. Да и для Shadow Fiend, да, отчасти. Для Свена вообще тут ничего хорошего на карте происходить не будет в ближайшее время, потому что его и Бладсикер контрит своим рапчером, и Ахфу тоже очень неприятен. Ну, то есть у него много дизейблов, юлы всякие. Сейчас Алибарда появится. Алибарда появится и у Бристлбека в ближайшее время. Прям совсем в ближайшее ему 600 золота где-то надо нафармить. И вот уже можно Свена дизармить и... Бёрнинг не сможет наносить дэмэдж. Главное только вот попасть до Блэкингбара, пока Свен еще не активировал свою неуязвимость к магии. Тогда да, тогда будет толк. А если Свен ворвется первый и начнет через БКБ всех бить, то да, наверное, будет тяжеловато. Но тем не менее его можно раскайтить через ульт Бладсикера. Готовятся драться за второго Рошана Invictus Gaming, как мы и предполагали. Тут очень важный бой. Если LFY заберут сейчас Аегис, то... У них появится огромное количество шансов на победу. Вот прям в ближайшие там 10-15 минут. В рейв на Эмбер Спириту нужна хоть какая-то помощь. Пошел рапчер один, пошел рапчер второй. Очень больно Эмберу. Эмбер погибает. У Эмбера имеется байбек. Есть смысл выкупаться и идти помогать своей команде. Бёрнинг под Блокинбаром. Очень больно бьет Бёрнинг. Погибает Кристал Мейден. Что будет дальше происходить, пока непонятно. Распитер пошел. Shadow Fiend поднимается в Еул. Shadow Fiend все еще имеется Блокинбар. Бёрнинг нажимает Warcry. Хекс по Бристлбеку. Что после рейджа в кулдауне еще 12 секунд. Бристлбек от этого не легче. Стан нажимает УП Блокинбар. Их в сол взрывают. Бристлбек только сейчас выкупается Эмбер. Ну, уже, честно говоря, не знаю, есть ли смысл от его байбека. Вот он, конечно, выкупился, это круто, это замечательно. Торрент мимо. Ахфу под брейком. Надо сделать один удар по Элдер Титану. Этого удара нет, супер уходит на блинкауте. Есть эхостомп, усыпили кунку. Рапчер на Shadow Fiend повесили. Манет на Бобоку. Бобока Торрент под себя. Торрент попадает идеально. Бобок пытается уйти. Ремнан также мимо. Супер очень больно цепляет. Как же супер, то больно. Идет Shadow Fiend до конца. Есть убийство. Пытается Shadow Fiend уйти. Там полетел корабль. И погибает Эмбер Спирит с байбека. Камбэчище на этой карте наступает прямо сейчас. Убили Эмбера два раза. Рошана защитили. Драку выиграли. Без потерь. Без потерь IG. Никто не погиб. Ни один игрок. Даже саппорт. IG сделали минус 5. Только Элдер Титан в этой драке не погиб. Эмбер погиб дважды. Да, Свен, конечно, очень силен. Даже со вторым ГДСом, который был до этого. Очень много урона заходит. XXS в позиции. Блинк через секунду. Блинк есть. Полетели. Прыжок. Бобока здесь. Сильвер Рейдж на месте. Все спортсмены готовы убивать. Погибает Бристлбек. Просто конвейером начинает сейчас IG убивать всех, кого можно и кого нельзя убить. Бристлбека не будет 50 секунд, это фри рошан для команды IG. Спель шамана, бладрайт на него, манет, рапчер закидывает, шаман должен погибать, шаман погибает, манет пытается уйти, удар силы рейджа, стан, БКБ нажимает УП, на DDC всем наплевать, DDC должны также здесь добить, расплиттер неплохой, кстати, может зайти, заходит по четверым, но там сразу же в дело заходит мека.
Мека от Бобоки. Эта драка завершена. Суммарно это где-то минус 7. Размен на одного шамана. Рошана добить не смогли. Кристал Мейден. Форстаф. Транквилл. Уровень 14. Взглянем на графики. Вот что было до этого. 4500 за командой LoFi. Теперь 3000 за командой Invictus Gaming. Все поменялось буквально за 3 минуты. Уже и Свен на второй позиции. У Свена уже на подходе Блинк. Дагер. У Шоду Финда на подходе Mask of Madness. Ничего себе. Ну, понятно для чего. OP может в будущем и будет разбирать Mask of Madness на Сатаник и Баттерфляй. Но такой выбор интересный. Не совсем типичный на таком этапе игры. Свен Блинк Дагер готов. Кристал Мейден покупает две книги. Надо взять уровень 15. Патрайдер покупает БКБ. Ну, теперь ничто не помешает XXS цепануть кого-нибудь из игроков LGD Forever Young и утащить. Там Рапчер, конечно, могут повесить. Дэмэдж будешь получать, но все равно через Форстав можно того же самого Бристлбека затянуть подальше и через Сильверэдж его легко убить. По-прежнему у нас второй Рошан стоит на месте, и вот за него нешуточная борьба должна развернуться. Подфармливает Эмбер Спирит, доделывает свою Линкинсферу, купил себе рецепт недавно, чтобы не терять деньги. И там не за горами 20 уровень у Супер, наверняка он вкачает армор, чтобы не погибать от рук Свена очень быстро и от рук Шадофинда. Конечно же, подцепили, должны были, точнее, подцепить Бристлбека, но почему-то... Блэкенбары пошли один за одним, ну, Бристлбеку от этого не легче. Тут Лассорик, Мавсол, все в Бристлбека. Бристлбек погибает. Что-то еще, может быть, мы увидим. Бёрнинг пока находится под рапчером. Пошел расплитер. Неплохой расплитер может зайти, но только по двоим. Ремнант. Корабль в ответ. Какие же крутые прокасты идут от команд. Шадофинда все-таки смогли добить. Кунка пытается уйти. Там фисты. Ремнант погибает. Кунка. Проблемы могут быть у шамана. Шаман имеется Глиммеркей, пока он у него не уходит. Да его никто не пытается фокусить. Там все внимание идет лишь на Свена. Бёрнинга убили. Минус 3. Луфуай. Эту игру отдавать вот так вот на халяву противнику не хотят. Очень круто подрались. Да, в идеале было бы скастовать лассо сразу же, дать удар Сильверэджа, то есть вырубить пассивку Бристлбеку и быстро его уничтожить, но в итоге за Бристлбеком погнались. Да, его в конце концов убили, но, как ты верно отметил, залетел прокаст от Элдер Титана, залетел прокаст от Эмбер Спирита, и это позволило LGD Forever Young просто перевернуть ситуацию в этой драке. Более того, они сейчас идут атаковать Рошана, заспавнился Бристлбек, Бристлбек делает телепорт, и вот-вот кому... А Бристлбеку лучше сыр, конечно, не отдавать. То есть, но Invictus Gaming уже ничего с этим поделать не смогут. Аигис наверняка достанется либо супер, либо монет. Но Бристлбек должен забрать сыр, потому что он его, скорее всего, должен успевать прожимать. Или все-таки нет? Нет, все-таки сыр забирает Аигис. Остается просто лежать. Забирает никому не нужен Элдер Титан. Да, ну, как будто обычно, забыли про этот сыр. Да, обычно сыр отдают именно Бристлбеку, потому что его убить очень тяжело. Даже под брейком мы видели то, что Invictus Gaming не смогли ваншотнуть инфлейма. И в конце концов Бристлбек нажимает сыр, и ты вынужден его заново как бы убивать, потому что он полностью восстанавливает здоровье. Как дела у Эмбер Спирита? Дела у него не очень хорошо, потому что его тут поймали в Шеклс, поймали в Лассо. Слушай, а может уйдет? А может уйдет? Нет, все-таки Кунка убили. Тут Кунка очень вовремя подошел. Кунка, но ты прав, скиллы очень коряво скинули Invictus Gaming. То есть там хикса не было у Ку, и Шеклс был дан в лассо, и в итоге, если б не торрент Кунки, то Эмбер, скорее всего, улетел на ремнант, который у него имеется. Я, правда, не вижу, где он его оставил. А, вот, у Рушпита оставил, он только что исчез. Очень веселая карта пока получается. 23-23 за 33 минуты игры. Ведут Invictus Gaming меньше 1000 золота, по опыту около 6000. Свен продолжает фармить. БКБ, Блинк, Мом, Сабля. Дальше будет выход Манки, Кенбар. Нужен урон. Нужно больше урона. Свен не брал себе 20% эвейджена. Талант на самом деле очень сильный. Но здесь в нем нет как такового смысла. Очень много здесь магии. Тот же Рапчер, тот же Бристлбек. Взял себе Свен больше скорости атаки. Плюс 30. Хотя опять-таки у него Сабля куплена. Ну да, да. Как бы это... Согласен, согласен. Тут не совсем понятно. Ладно, саблю скоро он продаст, так или иначе, через минут 15-20 артефакт уже будет не так полезен, как он полезен сейчас. Ну и, разумеется, против Бристлбека покупается там многочисленные манки Кенбары.
Как-никак, это и Алибарда, это и Solar Crest. Нужно как-то по Бристалбеку попадать. Мог бы, конечно, Shadowfiend купить себе Блатор, но пока OP играет в пользу Манки Кенбара. Да, простой артефакт, который просто работает у тебя в инвентаре, находясь, дает дэмэдж, дает True Strike, а Блатторном там, знаешь, надо им вовремя попасть, чтобы никто там ни БКБ не нажал, ни Лотус какой-то, вот Бристлбэк, что, а, он Шиву делает, не захотел Лотус покупать. Ну, Лотус как бы пригодился тут Бристлбэку, но он решил, что на Шиву ему денег хватит. Ну что ж, его право. Шива тут действительно тоже будет весьма полезной. Посмотрим, что же Инфлейм вкачает на 20 уровне. Spell, Lifesteal или скорость атаки? Инфлейм уже несколько раз качал скорость атаки на Бристлбеке. Да, все-таки, конечно, Spell, Lifesteal, талант для Бристлбека в комбинации с каким-то потенциальным Актеринкором. Да даже с Шивой. То есть на Шиву же тоже распространяется Spell, Lifesteal. Ну, покупаешь вот таких хороших артефактов. Radiance купишь, купишь Шиву, купишь Октарин и с иголочками на 25 уровне тебя просто невозможно убить. Но в Китае все бристлбеки качают скорость атаки. И ничего с этим поделать не получается нам. Как бы мы и не видели, бристлбеков в Китае все они раскачиваются исключительно так же, как и Inflame сейчас. Но пока ничего не прокачал, ждем его решения. О, Spell Lifesteal! Вот так. Браво! Вот. Браво! Браво! Отлично. Аплодируем. Все, можно делать ставку на команду Dire, мне кажется. Да, конечно, наверняка в некоторых ситуациях, ну, вот скорость атаки выглядит правильным решением, но, блин, я не знаю, Spell Lifesteal настолько хорош на Бристлбеке, что не качать его, это, откровенно говоря, странно, очень странно. Ку продолжает сплитпушить, купил себе Point Booster, 17 уровень сейчас у Shadow Shaman, и не за горами покупка Аганима, того самого Аганима, который предпочитают приобретать Shadow Shaman в этой мете, особенно в Китае. Кроме как в Китае Shadow Shaman мы особо не видим. Ну что ж, будем надеяться, что Ку этот Аганим нафармит и в конце концов покажет, насколько Метит он хорош. Манет, Рапчер, добрый вечер. Мистер Бёрнинг. Ну, Бёрнингу нужно делать телепорт, полетел прямо сейчас. Успеет ли лететь отсюда? Успеет ли? Успевает. Телепорт сбить нечем. На Блокенбар свой развели. Ну, это не так страшно. Там Блокенбар уже был 7 секунд, 6 секунд. Это уже не так сильно влияет. Если Бёрнинг ворвется, то ему там Блокенбара на 2 секунды хватит, чтобы внести пару ударов и добить полкоманды противника. По типу Цемки, по типу Титана. Хотя Титан уже не так прост. Алибарда, Юл, 2000 хп, талант на здоровье, Ахфу довольно-таки плотный. Быстро убить его не получается. На только казалось команда LFA на 22 минуте заходила на хайграунд. И казалось, что игра закончится очень быстро. Но по итогу игра затягивается уже потенциально в лейт, а то и в глубокий лейт. Учитывая, что мы посмотрим прямо сейчас... Я понимаю, у команды LFA пропал Аегис. Ждем мы нового Рошана. Аегис никак реализовать не получилось. Появляется у Бристлбека Шива. И вниз нужно кому-то лететь. Это супер. Он тут всю линию отпушивает. И улетает назад. Поближе к своей команде. Расставляют LFA варды на карте. Да и IG, в общем-то, то же самое делают. Ну, они тут, да, бегают. С Бэтрайдером вообще всей командой. Ищут игроков команды LFA, но никого найти не могут. Но кажется, LFA понимают, где находится их соперник. В какой части карты, поскольку топ никто не фармит и в миде никого нет. Значит, оппонент где-то в боди находится. Вот сейчас туда LFA бегут, но они там, скорее всего, никого найти не смогут. Потому что там уже все убежали. Все нажали телепорты и ушли. Ставит в центре Crystal Maiden, сейчас найдет этот Ward Manet, его разобьет. О, плюс 100. Cooldown Reduction берет себе Батрайдер. Гем появляется у Crystal Maiden. Да, гем уже необходим в такой игре. У команды IG появился давненько у Батрайдера, а вот у CM-ки только сейчас. Monkey King Bar Shadow Fiend. У Свена до Monkey King Bar остается чуть меньше 1500 золота. И будет еще веселее. Урона будет очень много, уже алибарды... А если бы, точнее, именно Evasion, Алибард не поможет.
Это мы говорим про Титана, мы говорим про Бристлбека. Давненько у нас уже не было встреч. Мы можем посмотреть по графикам, что последнее убийство было где-то на 32-й минуте или около того. Это то было соло-убийство. Ну и использован смоук. Команда LFY в неплохой позиции. По-моему, лучшую позицию просто не придумать. Батрайдер полетел на Firefly. Смоук развеян у Шамана. Батрайдер будет ли врываться, пока Титан закидывает Астрал. Шодуфинт выбирает момент, начинает бить. Хекс висит на Бристлбеке. Бристлбек под брейком. Реклама в соусе от OP. Очень быстро убили Кристал Мейден. Очень быстро убивает и Бладсикера. Иксмарк висит на Бристлбеке. На него решили просто забить. Неплохой расплиттер от Титана. Свен еле живой. Свен должен жить. Свен пока живет. Стан есть. Должны убить Титана. Титан пока живет, а вот Бристлбек не совсем. Минус 3. Супер узбили Линкенсферу. Идет дальше Кью. Ахфу. Эхостомп неплохой. Но Батрайдер под него не попал. Ахфу также погибнет. Должен погибать. А еще один удар. Там мисс прокнул. Как же повезло Ахфу в этом моменте. Бочка полетела. Бочка не попадает. И Алибарда свое дело сделала. Мисс очень сильно помог. Тем не менее, это 3 в 0. Команда Invictus Gaming без потерь. Хотя очень побиты. И Свен, и Шаман, и Кунка. Но ребята живы. Да, я с удовольствием бы обсудил с тобой эту драку, но у меня, к сожалению, повисла дота. И я ничего не видел. Да. Сейчас буду пытаться перезаходить. Давай, давай. Перезаходи пока. Атак рэндж берет себя Shadowfiend. Плюс 150. Теперь будет пушить еще приятнее, даже без Драголенса. Рэндж атаки. Очень хороший. Ну и скоро OP будут... Сатаник. Это пятый артефакт. Еще останется заменить Аквилу. Артефакты все очень дорогие, очень полезные. Менять ничего здесь, кроме Аквилы и ПТ, в общем-то, и не нужно. Эмбер Спирит почти есть. Мьёлнир. Бладсикер как-то оказался с этим Аганимом. БКБ и Бладмейлом абсолютно бесполезен. Вроде он есть, а по факту Бладсикер не похож на такого вот прям опасного мейнкерри. Тут скорее мейнкерри Бристлбек, а Бладсикер такой инициатор, который дал ультимейт и Бладрайт, и все. Больше от него импакта в драках нет. Так уж получается. Форстаф у Титана, возможно, будут играть через форстафы. Там Бладсикер толкнет форстафом, если он появится. Толкнет тот же Титан форстафом, Цемочка форстафом, и за счет Рапчера смогут нести много урона по Свену, например. Может быть, как-то это так будет работать. Скоро узнаем. Появляются уже две руны. Иллюзии и Хейст. На топе и на боте, соответственно. И появляется Рошан. Рошана давать как-то IG, я думаю, не особо хотят. Снова ждать, снова сидеть на базе. Этот Бристлбек с двумя жизнями. Звучит не очень круто. Тем более у Бристлбека еще и запасной сыр. У Свена появляется Манки Кинбар. И можно идти. Так, там драка началась. Но Батрайдер... В итоге не смог убить никого. LFY без потери и забирает Рошана. Да, видимо, все. Как понимаю, фокусили парни иллюзию. Это была ошибка. Потратили ультимейт Свена, потратили корабль, потратили лассо и... И все. Аегис для супера. Сыр в итоге у нас у Бладсикера, у Бристлбека. Аегис у Эмбера. Очень сильно это выглядит. Ну и мы снова ждем, как команда Invictus Gaming будет зажиматься на базе. И ждать. Так-то они сильны. Но главное больше не давать ультимейта в иллюзии. Так ошибаться, конечно, нельзя. Все-таки выход от команды IG. Использовали смоук. Батрайдер пошел. Самый первый. Бристлбека попытка быстро убить. Но это ошибка, возможно, будет. Успеет ли его убить? У него сыр, у него алебарда, у него шива. У него еще и работает. Слушайте, а убили? А успели-то убить Бристлбека? Убили также Кристал Мейден. Проблемы и у Бладсикера. Что по сыру Бладсикера? Посмотрим. Сыра нет. Это минус 3. Ахфу пытается уйти. Батрайдер полетел дальше за Ахфу. Ахфу пытается сделать телепорт, уйти на базу. Успеет ли Ахфу? Успевает. Но... Сделали Invictus Gaming просто максимум в этом моменте. Учитывая, что у противника имеется сыр, два сыра, имелся Аегис.
Эмбер вообще не фокусили, а Сыр ни Бладсикер, ни Бристлбэк не нажали. У этих игроков нет байбеков, у трех, включая Кристал Мейден. И сейчас может упасть и мид. Времени очень много, 40 секунд. Без Бристлбека и 50 без Бладсикера. Но надо кому-то идти на топ и отпушивать. Потому что там Эмбер Спирит, и он пушит не хуже. С двойным уроном Эмбер Спирит, я бы сказал, даже очень хорошо пушит. Выходит сюда Шадоу Шаман. Есть Линкин Сфера, нужно дать изершок. После этого связать, не получилось. И Супер отойдет просто назад. По итогу Т2 башня пала и... И на этом все. Invictus Gaming отойдут назад. Сделали в этой ситуации максимум. Это очень трудная карта для команд. Вообще непонятно, кто победит до сих пор. Свену есть смысл задуматься о том, что пора менять саблю на что-то более полезное. По типу, например, кирасы. Да и мом в будущем также есть смысл заменить на какой-то более полезный артефакт. Что-то Бёрнинг, думаю, придумает. Так, я вроде как разобрался. Реконнекчусь. Давай, давай. Что у тебя случилось-то такое? Да не знаю, просто дота повисла, я пытался ее закрыть, и она очень долго закрывалась. Хотя такого раньше никогда не было. Да, что-то китайское. Магическая китайская дота. На центр, врыв на Шадуфинда. Пошел Рапчер. Также на Шадуфинда лосо от Батрайдера. Врыв от Бёрнинга. Как же много урона от Бёрнинга! Выбивают Аегис. Моментально убили Элдер Титана без байбека. Пошел корабль точно по таймингам. Прям идеально, но нет. Эмбер в последний момент успел улететь. Хекс висит на Бристлбеке. Кристал Мейден ультимейт. Пытается XS уйти. Блинкдаггер, разумеется, в кулдауне. Врыв снова от Бёрнинга. Погибает Бристлбек. Отличная работа под Силлирейджем. Смогли Бристлбека в секунду убить. Погибает и Кристал Мейден. Эмбер фистами раскидывается. Бобока против Манета. Манет пытается убежать. На Манете висит X-Mark. Убивает все-таки Shadow Fiend. Трипл килл для Супера. Можно сделать ультракилл. Минус 4. От Супера. Ну и Монета. Очень круто сыграл Десембер. Очень много урона. Какая-то просто невероятная драка получилась. Свен убежал на базу. Бёрнинг под Шрайном стоит. Взглянем Fight Recap, взглянем на урон. Эмбер 7351 единица урона. Да. Какие-то цифры просто неадекватные. Курьер дайров погибает от... Змеек, видимо. От вартов, да, там очень большой рейндж атаки, и, видимо, ребята не подрасчитали. Я так понимаю, за время моего отсутствия Shadow Shaman успел сфармить и гоним. Так есть. А это ведь Эмбер еще не шестислотовый, у него один слот есть. Вместо ботла. Он может себе купить... Так, Шива там есть. Не знаю, Бладторн, например. Как вариант. Чтобы дэмэдж какой-то... Эмбер очень носить. Далеко заходит. На, кладись. Готов забирать Т3. А он тут... безнаказанно. Ну, как ты его накажешь? Там все в таверне. Свен, конечно, может ворваться, но это будет суицид. И, возможно, даже есть смысл отдать сейчас эти бараки. Что до финда нет 27 секунд. Выкупаться ой как не хочется. Да и душ будет не так. Смотри, уж и много. Монет там Бладрейджи вешает на катапульты. Они просто уничтожают сейчас милишный барак. Супер. Помогает крипам разрушить бараки в топе и уходит на ремнант обратно. Ну что, теперь можно с шрайнами разобраться, скорее всего. LGD Forever Young. Да, шрайны это само то. Супер просто пока пытается максимально выиграть игру для своей команды. Очень много делает работы, имеет первый нетворс на карте. 24200. Ну, разумеется, уже давно имеет уровень 25. Шаман дальше планирует купить себе рефрешер. И денег у него уже немало. Почти 2000. Батрайдер аналогично пытается купить себе рефрешер. Тут Бристлбэк невидимости, на нем тут сайт центр. Бристлбэк понимает, что надо уходить. Но его тут никто убивать и не пытался. Ждем очередной смоук. IG неплохо проводит драки на самом-то деле. Вот если бы еще Эмбера как-то быстро убивать, а его можно быстро убивать, мы это видели, то все было бы вообще идеально, врыв на иллюзию. Ненавижу иллюзии, говорит Бёрнинг. Иллюзию убили быстро. Да, действительно, с Супером надо что-то делать. Нельзя оставлять его в живых на долгое время. Он со своим Октарином, с фистами очень много урона наносит. Хороший дэмэдж у него с молниями. Да, этот парень действительно опасен. Надо как-то сбить ему линку, подцепить лассо и через ГДС убить. Да, один дизейбл, все, Эмбер погибает быстро. Он-то, конечно, плотный, но для Свена это не проблема. Но мы видим Свен то, что... очень быстро. Да, Супер, как всегда, не потратил... Ну, то есть, вообще не позаботился о том, чтобы как-то обезопасить себя от дизейблов, которые можно снимать, например, да? То есть от Сайленса, от какого-то, от...
ну или там от дизейблов, которые не идут сквозь БКБ, то есть от Шекл, Шадоу Шамана, от Стана, Свена, то есть у него есть шестой слот, и он может этот шестой слот забить БКБшкой, он и так уже урона много наносит, но Супер пока ничего не приобретает, оставляет деньги на байбек, очевидно. Не хочется умирать и не иметь возможности выкупиться. Аганим еще Элдар Титан собирает. Ой, слушай, тоже Аганим, это же, по-моему, артефакт это просто... Дизарм. Ну, это дизарм, это еще и много урона, если я все правильно понимаю. Да, то да, есть, да. Если ты дашь два ультимейта с расплиттера, ты убиваешь, по-моему, вообще любого героя на любом количестве хп. Что-то такое было, по-моему, давненько, когда только это появилось. Ну, там мало, мало не покажется. Не знаю, убиваешь ты там, не убиваешь, но будет больно. Будет больно, будет неприятно, будет дизарм, и для Свена это... Очень плохая новость, потому что тут и так... Алибарда есть у Бристлбека, который его дизармит. Алибарда есть у Элдар Титана. Так еще и скиллы Элдар Титана будут дизармить. Ну, то есть трещина. Ультимейт его. Расплиттер. Он самый. Вся надежда на какие-то ваншоты. Судя по всему. Ваншоты есть, быть могут. Врываться, делать 2-3 атаки с критами и убивать. А критов еще нет, кстати. Ну, Бладторн сейчас появится, есть. Будут криты. Все, криты, в общем-то, для Бёрнинга летят. Остается у Бёрнинга еще и байбек. Бёрнинг уровень 25. Не помню, отмечал ты линер, что интересный талант берет себе Свен. На КД Штормхаммера? Да. Нет, я не отмечал. Вот. Талант, но редко берут, но это круто. Да. 5 секунд кулдауна стан, стан длится 2 секунды. Это реально может получиться неплохо, учитывая, да, что ты играешь против Амбер Спирита. Да, он ведь еще и в АОЕ, то есть ты можешь там не одного кого-то подцепить, двух-трех персонажей и очень сильно задизейблить. За 2 секунды стана Свен может выдать огромное количество тычек, учитывая, что он сабли делает сразу же 2, и, наверное, еще 1-2 там успевает отвесить. То есть это, ну, плюс-минус 4 тычки, может там где-то 3,5. И это много дэмэджа, опять-таки, если прокуют криты, если работает ГДС. С этим шутки плохи. Тараску приобретает Бристлбек, 3800 урона у него Тараска не активировалась просто. И у него еще, что самое страшное, есть слот. Есть слот на место Солара, вместо Солара, ну я не знаю, можно купить, например, бабочку, если тебе так важны мясы и армор. Бабочка тоже дает много армора и много мясов. Хотя мясы там вроде бы как контрится Манки Кингбаром, что у СФ, что у... Да, тут мясы, что это не проблема. Так что Солар тут исключительно для брони, ну, можно Кирасу, например, купить дополнительно. Почему бы нет? Октарин, Кираса, вот такие вот варианты мне очень нравятся. Октарин, Кираса, Лотус, да. И еще вместо сыра можно себе что-то купить, но вроде бы как Вангуард держит в инвентаре Бристлбек, надеется приобрести Abyssal Blade. Тоже хорошая покупка против Свена, которого надо кайтить Абиссалом через БКБ. Это прям вообще вот прям сказка. Не в БКБ тебя дизармят, а в БКБ тебя останавливают Рапчером и Abyssal Blade'ом. DDC в невидимости. Видит IG, что там появился Рошан. Очень бы хотелось бы забрать Аегис и Сыр. Да и Рошана, в общем-то, Q. Из Аршок опасно здесь, где стоит Q. Могли бы зацепить. Батрайдер в позиции. XXS готов в любой момент ворваться. Видит Бристлбека. XXS будет ли прыгать? Нет, пока не прыгает. Снова Девард и Кристал Мейден уже второй раз за минуту на одной и той же точке. OP. Пока в силе рейджи. Бристлбека прекрасно видно. Врывается Батрайдер. Пошло лассо. Попытка моментально убить Бристлбека. Он под глиммер кейпом. Расплиттер неплохо может зайти. Расплиттер заходит. Пытаются убить Бристлбека. Бристлбека все-таки смогли добить. Змейки ставятся от шамана. Ну и расходятся кто куда. Игроки команды LFI. Эмбер улетает. Эхостом по Тахфу. И на этом все. Бристлбека нет. Может быть, единственное, что было лишнее, так это змейки от шамана. Не стоило их ставить так быстро. Они не особо-то и пригодились, но рисковать было неоправданно. Свен больше не имеет ультимейта, получает Рапчер, получает Фростбайт, получает Эхостом, получает Ремнанты. Очень много Ремнантов, и Свен погибает. Проблема Бобоки. OP, Блэкенбар, Сатаник пытается хоть как-то восстановить себя, но просто ни одного удара не делает. Отличные чины от Эмбер Спирита. Свен выкупается, проблемы также у Q. Погибает Q, проблему Ахфу, пытается жить. Ахфу живет, закидывает Астрал, есть Эхостомп, нет, Эхостомпа пока нет. Форстав через 7 секунд, Ахфу пытается выжить. Пытаются все команды ему помочь, XS идет до конца, просто как бешеный. За это его также наказывают. Минус
5 в размен на одного Бристлбека. И минус еще Аркенруна спавнится. Спавнится Аркенруна, Бристлбек заспавнится через 25 секунд. Надо игрокам LGD Forever Young заходить сейчас на хайграунд, заставлять выкупаться SF, заставлять выкупаться еще желательно Бэтрайдера. Супера убить будет тяжеловато, у него все-таки и БКБ откатывается, и Линкенсфера есть. Выкупается еще Shadow Shaman, здесь можно забрать вышку и отойти. Бёрнинг, Грейв, Наймберспирит, Наймберспирит, нужно как-то помочь, есть ремнанты. Бёрнинг нажал блокинбар, попытка убить Манета, Манет Бладмел говорит, бей на здоровье сколько хочешь, врыв от Эмбера, контр врыв на Свена, напомню, не имеет байбек, он только выкупался, Бёрнинг погибает, Бёрнинга не будет 2 минуты, а возможно уже и всю оставшуюся карту, попытка убить Бладсекера, очень больно, и Shadow Fiend, он также погибает, все. Все, конец, конечная станция для команды IG на этой карте, тут уже не выиграть, потому что можно идти в трон, good game. LFI выиграли, супер, браво. Просто идеальная дота. Даже под весьма необычным углом на комбинацию Бладсикер Эмбер Спирит, ты видел, что Манет делает? Он вешает Бладрейдж на Эмбера, и тот просто невероятный дэмэдж выдает. Хоть и артефактов на дэмэдж, у него только молнии. Очень мы сейчас взглянем на финальный урон, кто сколько внес, потому что я понимаю, что там у Эмбера будут какие-то цифры астрономические. У Эмбера, наверное, самая большая цифра. 42 тысячи урона. Да, да, да. У Бладсикера тоже, кстати, много. Да, ближайший герой, который нанес, ну вот, топовый дэмэдж у команды Invictus Gaming, это OP 35 тысяч урона. То есть на 7 тысяч супер нанес дэмэджа больше. Это достаточно большая разница. Это карта, где вроде Invictus Gaming могли выигрывать, сделали неплохой камбэк. Мы помним, как изначально Бристлбэк заходил на базу, потом его убивали. Но вот как-то получалось, что IG, кроме Бристлбэка, больше никого убивать и не могли. Они очень много на него тратили, и вот дальше, что делать, было не совсем понятно. Даже имея такого вот расфармленного Свена, даже имея вот такого вот OP на Shadow Fiend, который имел очень много. Победа команды LGD Forever Young. На сегодня мы заканчиваем просмотр Mars TV Dota 2.